во вторник в Самарской области ясно и малооблачно, без осадков. Дневная температура 22-27 градусов тепла, ночью 12-14 выше 0. Ветер преимущественно северо-западного направления, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 26 градусов, ночью плюс 14, ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 23 градуса в дневное время, ночью 14 выше 0. Северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 24 градуса тепла, ночью плюс 13. Ветер северо-западного направления 5 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 38%, температура воды в реке Волга 21 градус, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.